Городские депутаты подняли вопрос о выделении муниципальной земли для казака Владимира Афанасьева на безвозмездной основе. Напомню, месяц назад по решению суда приставы снесли конюшню в районе мыса. Раньше там занимались неблагополучные дети. Сейчас казаку негде содержать лошадей. Депутаты уверены, что это возможно сделать. На данный момент в городе 25 участков земли передано для пользования бесплатно. Юридически это возможно, и мы сегодня это услышали, что есть планы, в принципе, о продаже, аренде и безвозмездное пользование. И другой вопрос, есть ли такие участки, есть ли участки, которые подойдут именно под это назначение, да, как по, значит, по объему, да, так и по назначению. Все равно есть участки, которые находятся в черте города, может быть, где-то за ее пределами. Тут есть тоже такой региональная привязка, скажем так. Добавлю, что в этом году планируется продать муниципальные земли на 27,5 миллионов рублей.